Красноармейск не только промышленный город, а и город образованных людей. Мало кто знает, что первые школы в нашем городе были железнодорожными, и у большинства из них очень долгая и интересная история. За путями на той стороне города, в старом здании постройки 1895 года, в 1922 году была создана школа номер 12 железнодорожная, и она вместе со школой номер 14 тоже железнодорожная, это начальная школа. В этой школе, в этом здании размещалось 11 классов, была столярная и слесарная мастерская, была небольшая столовая. С каждым годом город развивался. Детей становилось все больше, потому мест на всех не хватало. Тогда Южно-Донецким железнодорожным управлением было принято решение построить новое здание школы. За лето 1937 года была построена школа номер 12 в том виде, который она сейчас существует. Издана в эксплуатацию 1 октября 1937 года. Должна сказать, что эти школы существовали самостоятельно и финансировались железной дорогой, управлением железной дороги. В городском отделе образования первым учебным заведением была 7-летняя школа номер 1. Это школа, которая находилась там, где сейчас находится банк, на перекрестке улицы Ленина и улицы Шевченко. Сейчас находится банк, а старожил знает как детская библиотека имени Ульянова. НЦШ номер 1. Со временем стало тесно, там принято решение городом построить новую школу, и она была построена в районе от кинотеатра «Мир» и кафе «Дион» вниз. До войны была построена 5-я школа, НЦШ номер 5. В годы войны эта школа, как и многие другие, были разрушены, и ее полностью снесли. А в 1936 году на том же месте построили другое здание, в котором сейчас находится многопрофильная гимназия. Западную часть города обслуживала школа номер 4. Это на месте 5-й школы. До войны была там школа номер 4. Она тоже была разрушена. На ее месте построена школа номер 5. Еще одна транспортная школа существовала. Это школа номер 13. Эта школа находилась в здании, где сейчас находится багажное отделение. Многие мои соученики даже учились в этой школе. После войны наш город активно застраивался. Уже в 1948 году гостеприимно распахнула свои двери школа номер 12. До сих пор ее считают одной из самых старых школ, с которой и началась история полного среднего образования в Красноармейске. Конечно, уровень образования в Красноармейске улучшался с каждым годом. Значительно укреплялась материальная база учреждений, открывались новые классы, строились новые объекты. Садики в городе появились не так давно. Период возникновения дошкольных учреждений приходится на 50-е годы. Целенаправленно построены детские сады были. Самый такой ветеран нашего города – это 10-й детский сад «Калинка» по проспекту шахтостроителей. Уже моложе детский сад 58-го года рождения. Это детский сад «Светлячок» 3-й, улица Социалистической. Самые новые дошкольные учреждения – это шахта управления Покровская. Они и более современной планировки, и в одном детском саду есть бассейн функционирующий, что по Украине, вы знаете, это не так часто встречается. Бассейны есть, но не все функционируют. А у нас как функционировал бассейн, так и функционирует. Говоря об образовании, мы не можем минуть историю возникновения Красноармейского педагогического училища, которое появилось еще в поселке Постышева в 30-х годах. История Красноармейского педагогического училища своими корнями уходит в далекие 30-е годы, в те бурные, неспокойные времена. И начиналась она со Славянского педагогического техникума, где готовили учителей начальных классов. Вот шагая по годам до 1967 года, адреса Красноармейского педагогического училища менялись. Это и Константиновка, это и Маренко, и Славянск, и Родинская. И вот в 1967 году закончилось строительство уже нашего вот этого современного корпуса учебного. В 1976 году построилось здание общежития Красноармейского педагогического училища, которое вот сегодня современное здание со всеми удобствами для студентов. Вообще нужно сказать, что вот сегодня Красноармейское педагогическое училище – это одно из самых старейших учебных заведений Донецкой области. В этом году мы отмечаем 85 лет. За годы существования педучилища его директорами были Владимир Дмитриевич Военный, Юрий Михайлович Бердник и Владимир Степанович Чепурной. Замечательные люди и талантливые педагоги гордятся в учебном заведении и своими выпускниками. Куда бы мы ни зашли, в какое бы учреждение мы ни попали, мы всегда встретим своих выпускников и прекрасные отзывы от них. Студентов педагогического училища знают далеко за пределами не только нашего города, а и всей Украины. Ежегодно они становятся победителями международных и всеукраинских конкурсов. Красноармейск не может не гордиться и наличием в нашем небольшом городе индустриального института. Красноармейский индустриальный институт Дон-НТУ был открыт в сентябре 1959 года. Возникает вопрос, почему, в общем-то, в небольшом районном городке, каких много было в Донбассе, было открыто высшее учебное заведение. Ну, скажем так, два обстоятельства повлияло. Это вообще социально-экономическое развитие региона. В конце 40-х годов начинается золотой век угольной промышленности Донбасса, который продлится 30 лет. Шахтеры становятся любимцами власти, престиж шахтерской профессии растет, и все это сопровождается гигантским шахтным строительством. В 50-е годы открывается очень много шахт в Донбассе. Больше за 10 лет было построено 168 шахт. Представьте себе. Там появляются Водянские шахты, Добропольская, Родинская-1, Родинская-3, Новогродовская-3, строится Краснолиманская шахта. В это время продолжает работать шахта Шевченко, Димитрова, Центральная, 3-3 БИС и так далее. И возникает ситуация огромного разрыва потребностей в кадрах инженерно-технических. И то, что могут дать учебные заведения. А в Донбассе кадры поставляют всего лишь 3 высших учебных заведения. Это Новочеркасский политехнический, Донецкий индустриальный и Днепропетровский горный. И поэтому возникла идея, что нужно как-то приблизить обучение к производству. А тут в 1956 году еще тогдашний коммунистический и государственный лидер Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев сделал такое резонансное заявление о том, что лучшие инженеры – это те, кто имеет довузовский стаж работы. То есть те, кто уже работали на производстве. Вы понимаете, слова такого лидера воспринимались в то время как директивные. И поэтому сразу все учебные заведения стали искать, где можно открыть какой-то филиал. И вот Днепропетровский горный институт в 1959 году открывает в Красноармейске учебно-консультационный пункт. В это время ТРЕС Красноармейск шахта Старой построил себе прекрасное здание в центре, на Новой площади, для своих административных потребностей. Но это здание было у них отобрано и, в общем-то, отдано под институт. В 1961 году он получил статус общетехнического факультета, в 1966 статус филиала. Кстати, в 1966 году его передали из подчинения Днепропетровского горного Донецкому политехническому. Вот с тех пор наш второй крестный отец это стал Донецкий политехнический институт. В 2005 году филиал получил статус института. Это была уже высшая ступенька в его развитии. Сегодня Красноармейский индустриальный институт по праву занимает почетное место среди пейзажей Красноармейска и является достойным украшением центральной площади города. А еще в далеком 1975 году решался вопрос о его закрытии. Сюда приехал тогдашний министр высшего и среднего специального образования Украины Ефименко. Тогдашний лидер Брежнев сделал заявление о том, что экономика должна быть экономной. И решили закрывать часть учебных заведений. Вот он приехал с целью, ну, как бы посмотреть и закрыть. О том сказать, что, ребята, в вашем городишке ничего нет. И что здесь делать высшему учебному заведению? Вот. Он планировал посещение где-то порядка 15-20 минут. Он зашел утром в 8:00, а вышел в 14:00. И потом все коллегии министерства, когда речь шла о профильных технических вузах, Ефименко, министр, начинал со слов: а в Красноармейском филиале это уже есть. Потому что здесь, благодаря шахтам и помощи объединений Селидовуголь, Красноармейскуголь, Добропольевуголь, Владугля была создана очень хорошая материальная база для подготовки студентов горных специальностей. Сегодня, подводя итоги работы института за 55 лет своего существования, можно отметить тот факт, что когда возникла сложная ситуация в Донбассе, Красноармейск переехал в Донецкий национальный технический университет. И теперь в нашем городе 2 высших учебных заведения. И мы не можем этим не гордиться.